я бы вам хотел рассказать вот такой вот маленькой штучке. К сожалению, на китайских магазинах я ее не нашел, точнее, на их сайтах. Покупал у нас в России, но удивительно недорого. Для начала озвучу цену. 350 рублей. Магазин Ашан. Далее, надеюсь, некоторые догадались. Кто не догадался, расскажу, что это. Это складной, маленький, портативный микроскоп. Даже с подсветкой. Вот он, диодик. Как он у нас включается? Вот эта штука, на глаз видно, что вынимается. Ну, фига с вами. Вот отсюда. Ить. Она пошла вперед. Вот его рабочее состояние. Вот включается подсветка. Объект, который рассматривается, должен находиться на плоскости. Ну, например, вот донорская у меня бумажка с расписанием школы ребенка. Как оно видно глазу? Сейчас покажем. Попробуем наехать так, чтобы было видно. Да, проблем. Камера высоковато стоит. Сейчас подложим что-нибудь. Например, смартфон. Теперь камера низковато стоит. Сейчас поднимем. Теперь, я надеюсь, немножко видно. Глазом, конечно, это все шире видно. Но камера уж, извините, как говорится, как попал. Вот они, каракули. То, что ручкой написано. Сейчас фокус подстроим. О! Вот я поймал фокус для камеры. Камера даже он среагировал. Ух ты ж. Придется руками все-таки держать. Блин, бумажка, повернись нужно все равно. О! Вот она. И вот как крупно будет это дело. А, я же закрыл подсветку, ну что за фигня? Вот. Случайно закрыл подсветку. Вот так вот выглядит у нас бумага с нанесенными на нее чернилами сквозь этот микроскопчик. Сейчас опять покручу фокус. Ну, короче, на глаз, честно, фокусируется идеально. Скольки разовое это увеличение, я без понятия. Но мне понравилось. Хоть и не микромер на атомном уровне, но мне, извините, линия от ручки толщиной хрен знает сколько, там десятых миллиметра. Там, наверное, 2 или 3 десятые. А вот такое полено становится. И на глаз как бы это видно очень крупно. Когда примострячил это дело к телефону, поскольку у телефона с объективом все дело, то лучше обстоять. Сейчас попробую показать. Увидел еще много всякого интересного, потому что телефон-то еще же сам увеличивает. Сейчас мы это дело попробуем провести. Опять же, это у нас донорская бумажка. Сейчас, где у нас камера? Сейчас, ладно. Отодвину камеру повыше. Потому что телефон уже сам будет попадать. Придется фокус ловить заново. Ух ты. С камеры вышел. Блин, или я еще одну насадку одевал? Садки, вы где?
Точно-точно. Я, по-моему, еще промежуточную линзу одевал. Тогда все идеально видим. Так, только камера сейчас перенастроена. Так, фонарик, уйди нахрен. Вот оно. Если еще немножко увеличить. Я просто уже в группе-то ошарашил вас. Как-то. Ну, не вас, может, не вас, не знаю, людей. Тем, что показывал такие фотки микроскопических вещей. Так вот это делалось вот с этим набором приспособ. Вот. Вот она. Структура бумаги. Видно все волокна, все такое. Ну, фокус, конечно, блин, он сразу взял и сбил. Только что было все хорошо. Во. Теперь показываю, чего мы добились. Включаю микроскоп нафиг. Так. Чего у нас так тускло-то? Дай нам яркости. Хочет. Нет, прожектор перестройки, блин, светит. Блин, короче, не знаю, я фотки тогда чувствую. В группу закину. Чтобы показать, насколько это все микроскопическое. Ну, вот это, конечно, на глаз-то лучше всего, а через камеру что-то как-то не очень. Блин, надо менять камеры для просмотра обзоров. Ну, ладно, суть какая. Набор микробиолога, блин. Вот эта вот линзочка. Сейчас 20 часов. Из набора, где там... Рыбий глаз, макро и обычно. И микроскопчик маленький, стоимостью всего 300 рублей. И мы видим очень-очень мелкие предметы. Кому-то может пригодиться. Ну, а кому-то достаточно самого микроскопа. Вот этого и плюс глаза. Потому что с помощью него, кстати, даже на экране телефона видны пиксели. Мне больше всего детям понравилось. Сейчас попробую. Кстати, еще до этого не пробовал. Даже у аппарата жены с Full HD разрешением пиксели видны. Извините. Блин. Так. Чего черный-то? Не надо нам черный. Картинку нам дай какую-нибудь. Ну, вон уже, в принципе, видно. То есть мы видим, что здесь пиксели прямоугольные, как минимум. О, поймал фокус. Вроде. Теперь бы расстояние как-то уменьшить. Сейчас что бы подложить. О. Знаете, как это прикольно, когда глазами здоровенные квадраты, такие сантиметров по 5. Ну, это образно. Глазами видишь. Понимаешь, что это всего лишь одна точечка. О, нет. Ну, короче, вот. Как-то так. В общем, интересная игрушка поиграться, тем более 300 рублей не жалко. Ну, это HD-ради аппарат.
Full HD-шные у жены. Там пиксели чуть-чуть мельче, но все равно их нормально видно. А так, обычными методами. Вот, фига с вами. Обычная камера не хочет на такой мелочи фокусироваться. А ручной маленький микроскопчик нам помогает. Ладно, короче, это был такой экскурс. Отвлечение от основной тематики моих видеообзорчиков. Если кому было интересно даже эта тема, можете это где-то подписать. Тогда я займусь еще этим. Ну, а если никто про это больше не вспомнит, то я такой фигней больше страдать не буду. Всем пока, с вами был админ сайта latuha.ru. Жду подписчиков.